Там три квеста мини-ЦЛК. С 250-м локом я задолбался этот квест делать. Да ладно. Африка делаешь и балдеешь. Что там в катаклизме был на улоков на изменение цвета пламени? Сложный квест. Легендарный. Пандарии вроде. Ну, что, взял следующий квест на связи? Да, взял. Там точно нельзя зеленку нажимать, да? Я просто смотрел, как делать. Почему? Я подумал, на лане. Можно там. Там мне дыхание нужно ловить. Короче, будешь... Да, ты в танкошмоте будешь, тебе вообще похуй, тебе ничего не надо нажимать. Просто на коне езди и все. Он будет... Там он... надо стать. Я потанчу, пусть он просто чилит, дыхание ловит. Там, три, ну, дыха. Так, для справки, если что, отойдите отсюда. Тут стоит три полководца, они кастуют вихрь. Один три вихрь... дыхания ловишь на первой фазе и последняя на второй. Да, потому что там дебаф вешается на 6 минут. Пока он висит, надо успеть сдать квест. А мне в ДД спекнуться? Но в танкошмоте, да? Да, в танкошмоте. Зачем? И в танке, и в танкошмоте. Есть. Ты это... просто подъезжаешь за дыханием, тебе же сказали. Да. Если есть ДД, можешь спекнуться в ДД, только в танкошмоте. Зачем быть в танке? Смысла нет. Просто на коне езди и все. Надежнее будет. Тут всего хватает. У тебя на сурке, блядь, 390 ДПС. Вот думаю, третьего хила, шестого хила спекать на всякий случай нет. Потому что не уверен, как терсминок отыграет, потому что она сдохнет на притяжке. Не. А, там. Поэтому я думаю. Подстраховочную. Подстраховочного. Грибая, например. Патрисия пишет, может в Ардру, как раз с Ардрушником. А, да, да, да. Ардрушник лучше будет. Зергать ее быстрее, где ваши бурсты? Что-то медленно бьете так. Бурсты прожимайте всю хуйню. А то она сейчас щит повешает еще на себя. Сейчас босса не пуль. Дай переспекаюсь. Так, кто там хочет? Третий хапал пойдет полетать? Прибай, пойдешь полетать? Портал. Чтобы быстро было. Дисплейте. Значит, гламурчик будешь что, путеводной звездой, да? В порталах. Так, прибай, ромбик. Вот у вас три метки, вот вы втроем летаете. Дайте шкаф, где остальные там? Я слева на связи, справа. Терсминок, подходи, где ты? Отошла. Надолго? Не знаете? Да, через лока. Пусть лок поставит. Минут 10. Это, захилите так и не улас хэла. Постараемся. Может Катрисию спекнуть сразу вам? Давай Катрисию спекнись тогда, чтоб там не спекаться. В этого, в Эрдру. Там потому что птерсминок отошла. Три пала полетают, быстрее захилят. Так, вот тебе иннер.
Все, короче, насчет даю отчет. Так, на связи твой этот самый. Что потом и ВК? Ну, посмотрим, ну, по времени. Было бы неплохо. Пламя справа. Там летайте за звездочкой. В одну сторону постоянно. Ну там, не знаю. Только в разноброд не летайте. Верховный маг гуляет. Чё они там? Все. Боишка. Пойдет. Новогодний лут. Новогодний распыл. Багруху распылили уже. Пускай там у кого-то сердце остановится. Тапки на танка надо кому-то?
Этот, ретрик там новый, надо тебе? Гламурчин или вар, у вас аддонов нету. Надо кому-то с вас? Квест там на шем делать будете? Да, с ТТГ. Я Тахету отдал еще ретрику. Да, было бы неплохо ИВК ебануть. Че? Сумунить вас? Где вы там? Приплеха, это бое. Все, пошли. Заходим в комнату. Похуй там АФК. Шаман АФК. Как хуй знает. Да вы пока там трек нет, я пойду передерну быстренько. Ребят, такой вопрос, что такое бое? Это удар по ебалу с ноги с разворота. Как думал? Хорошо. Чак Норрис таким ударом пользуется, я смотрел фильмы. Удар с ноги. И не только он. Да, еще Ван Дам. Еще и в прыжке. Ван Дам там вообще пиздец. Кикбоксера помнишь? Ну. Как этот дед-то его учил, ебать. Как косами ему об живот кидался. Да, внутри. Пальма ломать, да? Ты готов, говорит, к защите? Да, готов, ебать. Кокос скидывает, такой хуяк, говорит, показывает, нормально, все окей, типа, блядь. Тут хуяк второй кокос достает. Да, блядь. Сейчас буду старый, блядь, уже все эти наши, блядь, герои молодости уже, блядь, деды. В натуре. Такие уже старики. Некоторые дебилы еще. А кто дебил, я что не знаю. Там кто с ума сошел? Ван Дам или кто, я не помню уже. Сигал, я. Сигал, он же. Строчались тогда. Дай зелень заберу. Сейчас. Он же вообще, говорят, ебанутый, типа, то он жену свою пиздил, то еще что-то с это изменял жене с этой, с горничной, там, хоть пойми, короче. А если Снайпс тоже додиком стал? Он и был, наверное. Ну да. Он такой, знаешь, тоже... Это Блэйд, то есть харизматичный. Ну да, такой неплохой, но, говорят, он на съемках на площадке вел себя как пидор просто, ну прям... Да-да-да. Такой хуёво себя вел, типа, все говно, типа, он такой топовый, типа... Бывают люди такие, которым... А Сильвестр? Да, Сильвестр, хуй знает, вообще не знаю ничего про него. Я знаю, что, норм... что он в порнухе снимался, но я не смотрел никогда. Сильвестр, он сам себе фильмы снимал, даже где были режиссеры, в основном другие, другие он специально нанимал. И снимал фильмы. Так, блядь, ты Ван Дамма возьми. И там много других фильмов до этого были. Ван Дамм-то вообще чисто на том, что он вот это вот, ну, на энтузиазме вывез, вот этот кровавый спорт, там, кикбоксер. Там же вообще вот этот... Ну, там в Ван Дамме этот снимается, кто он? Элиминатор-то этот, блядь, который по кикбоксингу топовый этот боец. Который брата его играл. Это вообще четкий боец. Ну, блядь. Ну, Сталлоне на Рэмбо тоже ребра ломал, там, каскадеров не было. Да, ну так давай еще Джеки Чана вспомним, там вообще он все сломал, все что можно было, блядь. Он, да. Одна поломка. Я вообще в черном списке у всех страховых агентств. Да, это я слышал уже раз 10. Харрисон Форд? Лютый, почему лютый? Обычный тип. Биографию его почитай. Да? Ну че он там? Не читал ни разу. Ну они большинство актеров все лютые, блядь, там че-то. Не знаю, ну я уважаю вот этого Джеки Чана, блять, Киану Ривз, вот, топовые пацаны, ну они типа в реальной жизни такие нормальные ребята, не уёбки какие-то там, которые выебываются. О, что такое? Куда они пошли? Выделись. Да и выделись. Ну это, блять, и меня шотнуло, блять, сразу, я даже бить не начал еще.
Ну, мне кажется, кто-то Эдвиз прожал какую-то хуйню. Может, теперь сминок какую-то хуйню там нажала. Начала двигаться. Сейчас заново все это пойдет. Понял, блядь. Кому-то душу порвал. А, у нас хил вернулся. Ну, короче, кто-то что-то сделал, какую-то залупу, блядь. Виз какой-то прожал, какое-то говно, блядь. Или она там побежала по инсту. Ну, пишет, что не двигала. Ставьте шкаф. Да, кстати, кого сказал-то я фернул. Тыкните там. Подними там, холидринг есть, видно тебе пояс. Терсминог, ты примешь сумон, нет? Мы так хуй пройдем ивент. Надо выбегать и забегать заново. Не знаю что. Она опять ушла в ФК. Ну, как так? Будем фармить боешки. Что поезд кинул. Ага. Она хил, да? Сейчас с центра вон квадрат отойдете. С 6 мобов будет. Мы там, если что, какой-нибудь станем, давайте. Если есть коровы. Вы вот нахуя тут стоите? Ну, почему? Хил, тахет. Зачем вы там стоите? Там 6 мобов крутят вихрь. Зачем вы сдохли? Чтобы дольше проходить, что ли? Так второй раз бьем пачку эту. Быстрее, ешьте мобов. Блять, добьете вы тех мобов, нет? Все, возвращайтесь уже в центр сюда. Последнего моба можно стан дать. Сейчас после мелких резать людей. Так, вот рыба сразу. Кто-то БР просрал? Нет, Катрисия. Катрисия, Вравист, ну. Ну да. Гламурчик вылетел. Сейчас за... не заходи только, если ты в DC. А то вдруг да, опять... Это один БР. А то запустится опять ивент. Так, ну я масс-таунт проебал. Так что я побегу собирать на коне, а ты, когда я буду подбегать, войско скастуй. Ну и там лужу начнешь раскидывать дотки. Сейчас еще пачка мелких и все и откроется.
Ну я в Вуду стал играть на таргет равно Боусовера по этому макросу. Вообще похуй. Нормально. А сколько мастерки у тебя будет? 56. Кап мастерки, как говорится, хард кап. И агро больше. Потому что не промахиваешься вообще по боссу. А на ДК? А на ДК у него что там? Он 30 сейчас. Вой знает. Че, давайте гнев небес сейчас. Слизь лаги. 30 фпс. 0 фпс. Со 100. 25. 0 говорит. Там пиздец написано. Ну, со 100 просто бах в 30 сразу. Да, вы на кой хер этих валик вызываете? Чё-то... Там. Понятно, они вызывают. 9 было, Лёв. Говни. Да не билунку вызывает. Посох. У меня просто все ползунки в максимум выключены, качество и все такое прочее. Да, я не помню, я туда-сюда играл с настройками. ППС лучше, когда нагрузка идет. Ну что ты, Костя, всех дракончиков обшарил? Точно, дракончики, ёпта. Побежал такой. Терсминог, ты стоишь в голове зоне, выйди. Заранее выходите, синие метки на полу подсвечиваются. Вот ты прям в новую почти зашла. Заранее с них вымигайте. Я понял, бля. Гамбручен, ты подошел там, нет? Заходи в инст. Что такое Равис? Я не знаю, сейчас портал там сработает на Синдру, нет? Вроде после смерти дракона. Так ты в луже стоял, поэтому и помер. Сейчас захиливаемся. Ну чё, стой, не убегайте, в один кемп встаньте близко-близко. Тотемы, петов уберите. Сейчас я в танк спекнусь. Одну минуту. Раздавать...
Сколько сейчас с нее должны душ дать? 50. Со всех боссов по 50. Нормально. Сколько на связи? 4, да, дыхания поймать надо? Да. Или 5? 4. Так, значит... В самом начале, да, стою? И ловлю 3. И в самом конце один, да? Да, да, да. Уже когда взлетать она перестанет, уже тогда один словишь и все. Так. Значит, метки тут всего 2. Значит. На второй фазе, когда босс не взлетает, уже все метки в звезду. Когда в сторону я скажу. Рейд стоит в кружке примерно. Значит, на взлетке 4 бомбы падают, считайте бомбы, прячьтесь за глыбой. Одна метка в кружок, 2 слева, 2 справа. В линию ставите. Ну и друг с другом мы не сбегаемся, там двойные глыбы не делаем. Чтобы это не напрягать там массейвы, всякие щитки. Так что это самое. Самое главное на второй фазе. Напоминаю, вот 1000 раз это рассказываю. Ваша тактика. Вы стоите в кружке. И как только глыба побежала в звезду, вы отходите, мелики отходят. Скидываете сначала стаки за глыбой, потом ее зергаете. Как скинули, сделали шаг влево-право и начинаете дамажить босса. Следующая пошла в звезду. То же самое повторяется. Там все по кругу повторяется. Встал кружок, скинул стаки таинственной энергии, вышел, дамажишь. Все то же самое. Танки меняются, там знают, как там хилы хилят. И самое главное, не сдыхайте на притяжке. Перед каждой притяжкой поближе к локтю босса подходите, через сминок смотреть, не сдыхай. Вот, ну это самое главное. Больше ничего сложного тут нету. Я на связи буду кидать фридом. Угу, да мне не надо. Мне этот. Так, все готовы, пойду запускать. Сопротивление выпить? Да, наверняка. Да, ну выпей, ну. У кого есть, пейте. Я так ничего не раздавал. По бокам от печеньки. А ты шмок на сапог не пьешь, да, когда там кушали? По бокам от печеньки. 2 слева, 2 справа. Одеваешь ли? Чё сапроты? Шмот на сапрот не одеваешь, когда танкуешь? Просто так? Ну, одел. Беги, малышка, беги! Так, молодцы. Это хорошее начало. Одну в кружок, 2 лево, 2 право. Разбегаемся. Друг от друга рейнджер. Вдвоем не бегать и втроем, сука, тем более. Ну куда ты, меня заморозить хочешь? Пиздец. Мидарк, крейзи. Сюда, срок. Вот то, что вы дамаг сейчас ловили, это вы в гере сдохли. И глыбы бить надо, если что. Хули они у вас фуловые стоят. Варфар уже сдох, нахуй. Зози будешь его резать после глыб. Алло, алло, нахуй, сука, бейте глыбы, которые фуловые. Или вы что, блядь, подрочить пришли, постоять, что ли, или что, блядь, я не понимаю. Варфара, резай, Зози. Играйте почетче как-то, хули глыба у вас там стоит, блядь, все повернулись, бейте, блядь. Куда мы побежали, блядь? Я в ахуе вообще, что вы делаете? Тут нихуя сложного на боссе нету, делайте, блядь, что надо. Если не понимаете, Седжу. Не понимаете. Тормознее Седжу. Если не понимаете, куда спрятаться на глыбе, нахуй, смотрите, куда люди отбегают. Выберите водикона в таргет, стойте рядом с ним там, блядь, и отбегайте. Вы не должны урон ловить этот от глыб. Притяжка. Подходим ближе к боссу. Готовимся. Сейчас притяжка будет. Нихуя сложного нет на боссе. Босс не сложный. Отбегаем. 3 бомжа, нахуй. Так, ну они дамажат хуйню. Маг только нормально дамажит. Так. Катрисе, Аресой 228 мага. Остальные пускай лежат.
Так как они лежат, вам глыбы больше и серьезнее придется бить. Катрисе, где рез помогу? Ладно, после глыб уже резнешь. 5 глыб поставили, бьем их сразу, сука. Вот прям сейчас начинаем их бить. Видите, где падает? Откуда я бегу, там падает хуйня. 4 штуки их падает. Вот, прячемся. Справа теперь падает, переместились. А глыбы бьем, сука, я не вижу дамага. Притон, Равист, развешивайте доты. Вадикон развешивает там лунный огонь. Перебежали. Это третья. Вот. Бичи, блядь. Ну. Четвертая падает. Видите, где, блядь? Кружок синий на полу. Разбивайте глыбы теперь. Быстрее по глыбам. Ну где дамаг по глыбам-то? Я хуею вообще. Ну. Это пиздец. Это не дамаг, это вы стоите там. Нихуя не делаете, блядь. Или 6 ДДшников, блядь, в глыбе. Ресы Катрисе мага. Эти два бича пускай лежат. Нихуя не дамажит все равно. Маг, блинком отходишь от притяжки, блядь. Нихуя сложного нету. Притяжка. Отбегаем. Так, это у нас сейчас будет третья взлетка или вторая, что-то не вкуриваю. Третья. Это хуёво. Ладно, да. Ладно, похуй, так убьем. Только падать больше никому нельзя. Когда босс приземлится, там уже будет 3% одной фазы. Метки 5 меток вниз ставим. Найс, видишь, как ставят? Сразу их дамажить начинаем, не стоим, не смотрим. Прячемся. Ляночка, Валфар, чё у вас, блядь, с глазами? Внимательно. И дамажьте в одно и то же время. Вот слева далеко. Это третья глыба. Сейчас будет четвертая падать. Уже вот слева крайняя фуловая глыба стоит. Нормально. Теперь получше по глыбам. Четвертая упала. Все, глыбам фул ДПС. Босс уже идет. Уже после глыб надо босса бить. 4% до фазы. Фул ДПС по боссу. Че у тебя там с дыханиями, нормально все? Да, я 3 набрал. Ну сейчас лови. Фаза, смели, уйдите. Четвертая лови. Все, со звезды в кружок уходите. Первая метка звезду сразу разбить. Пошли, мили. Сразу за ней же скинешь на связи. Сейчас сразу. А, не на связи, Хрудринг. Сразу скинешь и сразу меняй. Вот секунду скидываешь. Все, иди меняй. Так, следующую звезду. На ком там не вижу. Вот, Равист. Равист. На фул его захилить. Стоим ровно в кружке все. Сейчас будет притяжка. Не бьем глыбу эту. Но когда притяжка закастуется, глыбу надо раззергануть, разбить. То есть, смотрите, сейчас притяжка будет. Если будет глыба еще одна, то ее просто вперед несем. Вот вперед неси. А не, это, бабл прожми, чтобы тебя притяжка не ебанула. Ладно, в бок отнеси, нормально. Все, разбивайте эту. И хэпала тоже разбивайте. Иду менять. Хэпала быстрее разбивайте. Следующую звезду и сразу разбить. Все, иди скидываю. Катрисе звезду. И сразу разбить. Сразу в кружке уже стоим все. Вар, нахуй. Ну, ты не можешь в кружок отойти, блядь. Ты не понимаешь, что раньше есть заморозки 12 метров, блядь. Разбивайте его быстрее, этого бича. Быстрее разбейте босса. Забрал. Босса надо бить. Звезду ставим. И сразу разбиваем. Сразу его разбиваем. Следующий туда же и тоже разбиваем. А нет, будет притяжка. Ты же четвертая словил. Вроде притяжка будет на следующий. Иди скидываю. Следующую звезду будет притяжка. Скидыш звезду, остальные ушли. На фул его захильте. Блять, вар, нахуй, ты невменяемый совсем, нахуй. Встань в кружке и стой в небо, смотри, блять. Сейчас смотрите, будет притяжка. Стойте за глыбой. Так. Разбили мага. Хорошо. Глыба, блин, убегай. Разбейте эту еще. Ляночка, звездочку, милики ушли. Звездочку, милики ушли, милики ушли, милики ушли. Сука, сейчас заморозится, смотри, блядь, бомж.
блять, даун какой-то, блять. Сука, ты не можешь встать в кружке, блять. Стой, постой в кружке, блять. Неси звезду, отошли. Великий, отошли. Ладно, в бок, разобьете его сразу. Разбивайте эту глыбу и справа глыбу разбивайте. Не надо стоять, сука, смотреть на все это. Надо их разбивать, блять. Че, иди скидывай. Еще притяжку, ну подождем, потом будем добивать. 2 минуты до берсы. Говно не делайте никакой эти. Делайте, сука, то, что вас просят, блять. Чтоб не было вайпа на этом говне, блять. Вот, это, эту разбиваем. На следующей глыбе будет притяжка. Эту разбиваем. Следующую ставим в звезду, будет притяжка. Еще может забагаться все. Все, ушел. Бурибай стоит. Милики ушли. Так, сейчас будет притяжка. Стоим в кружке ровно. После притяжки. После притяжки разобьете Геру. Давайте уже сейчас. И все в сторону, остальные глыбы. Просто босса добиваем. Вот дикон в сторону и добиваем босса. 4 ляма. Все. Ну, можешь уже не менять там. В каплю можешь мне кинуть там, не знаю. Все, глыбу в сторону, 2 ляма добиваем. Парень словил все дыхание. Да, наверное. Да, у меня здесь 6 минут. Квестик, типа. Что-то такое. Добав. Все, Диз, давай. А теперь осталось всего лишь 50 осколков. Постой, да. Хорошо, что у меня такое кольцо есть. А ща, тебе сейчас повезло, они сейчас падают, и с обычки очень хорошо. А, можно как-то на очередь встать? Ну, смотри в десерты. Там расписано, кто собирает сейчас. А кто хочет встать? Миддарк. А, Миддарк. Ну... У тебя что, квест на осколки уже? Нет, ну пока там человек собирается, типа я уже, ну, у меня уже будет квест на осколки. Ну да, так. Оп, спулили Вальку. Не можете, когда идете по мостику? А вы можете, сука, не пулить Вальку нахуй? Или как? Или что, блядь? Не хватает поднять камеру наверх? Новый так, год, блядь. Души, души. Понял, блядь. Что, новички еще? Это не я, если что. Так, Равист и Ляночка на кольцо нажимают. Кому с вас кольцо отдать? Я не скликнул, я жал на пас. Амазал. Так, Ляночка. Равист. Вальку бьете, да, или что? Надеюсь, у вас там человек 15. Да. Бейте. А то я не хочу. Может быть, даже больше. Ждать, пока там, блядь, умрут, пока эти тени нахуй по инсту, блядь, бегать начнут. Можно ее просто не пулить. Все. Еще. Там так-то еще одна есть. Еще? Ага. Так. Ну, постоишь с шаркарями, короче, на связи. Побегаешь потом просто. Только когда бегаешь, там у нас, ну, 5 стаков это рунической хуйни держи, чтобы не зыбка была у тебя. Ну и так просто бегай. С шаркарями постоишь. Я босса повожу. Ты сдал квест, все? Да, все сдал. А после осколков чему еще что-то, да? После осколков ничего уже. После осколков шеем. Ты, блядь, я вот не знаю, оставить хила 6-го или как думаете? Хела, что скажешь? Я не знаю просто, как остальные хилы там хилят. Ну, вроде хилят. Под, да, вроде нормально хилят, конечно. Ну, убрать Эрдру. Норм. Да, давай пробуем, конечно, бери в ДД его. А, давай ДД и это... захилят. Ну, я думаю, если что, вон гимны есть, Миддарк, ты плёха, если что, читанут. Дайте шкаф с Равистосу. Зачитаем чисто. Ну, вот мы, по сути, 2 часа 13 минут, мы на лече. Ну, можно быстрее это проходить. Все, Равист уже тут. Ну, проверку быстрее запускать. Вот, да, Зузи, выносится. Ой, чума. Ты леча, Танч? Да, я леча. Это, поставь рыбу. Да, запустить. А. Вот в квадрат будете выносить чуму. Да, Настя, как в десятке. Все аналогично. В обычках все аналогично. Так.
Я для себя обычно ставлю метку еще тут центральную, чтобы видеть, где центр. Все запускаю. У тебя, если что, ветерочек стоит на панельке, Настя? А, и хилам же не надо, да, кикать там, в комнате? Хилам надо в комнате. А какой там каст кикается? Хилам надо там один каст захиливать. И захиливать, и красного духа все равно дамажить тоже надо. Каст один там у красного духа. Зеленого хилить, красного бить. Это все делать надо одновременно на хиле. Ну, блядь, пока я своим перочинным ножиком его наковыряю. Ну, кастовать там какую-то молнию, там какую-то хуйню, все равно надо что-то. Просто больше шансов, что он его быстрее убьет. Фитом запиздишь, Леха. А у меня нет обилки. Учи. Так, вот шаркарь через секунду. И вурдалака одного заберешь с новой пачки. Не вала. Че, вынес, нет? Не вала. А диспелить? Уёбки, диспелить будете? Нет? Ну хэлла, диспель. Они, видишь, никто не диспелит. Вот проебали приста, просто на ровном месте, нахуй. Он не вынес. Катрися, ресы. Да и похуй, ну не вынес, надо все равно диспелить. Так он сам может себя. Ну не вала нахуй, ну видишь, он не смог нахуй. Что-то у него, блядь, не работает. И вот Лекли и пишет. Ну вот, видишь. Вставай. Вставай, тебя резнули. Трави, трави. Даже если не выносит, обязательно правило диспелить. Потому что человек умирает. У него ли дал иннер. Катрисе тоже дай ему иннер. И каску лапу пристебав обновите под ним. 1% лич побежит в центр. Все, на край идем. Шаркаря второго забери. Чему, если что, с танка надо диспелить. Забери шаркаря. На рейд не поворачивай, блядь, чуть не убил нас. Таркари. Тильте хорошенько. Там есть чума вообще? Где ровист? Ровист, ты тут? Он далеко как-то был. Ну, в центре я вижу. Сферу бейте. Алло, блин. Это проклятие ВХ. Да? Ты что, хотел сдохнуть, что ли, на сфере? Перед ебалом не бежать. Сферу убить, сферу, сука. Тебя резать, Равис, нет? Просто быстрее убьем. Тахен тоже сдох. Блянь, да похуй на Тахена, захильте заражение. Зози, резай, Рависта. С Валик бьем его. Опа. Валик замедляем и бьем. РДД треугольник, все в треугольник, быстро, 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 треугольник, сука. Стан замедлить. Стан и замедлить, ну быстрее, сука, вы будете бить треугольник или нет? Я в ахуе просто, блядь, быстрее убейте эту вальку. Все, следующая валька вот от спины лича на край побежит, захилите заражение. Равис, ты вставай. Каску, лапу, пистобаф обновляем. Хелос, ФТТ, муниола, гимноману. Вальки с одновременно со скорнением сейчас будут. Захиливаем быстрее. Милики с центра вышли. Все с центра вышли. Сначала смотрим, где лужа разольется, потом бьем валик. Смотрим черепок, где на ком. Отошли. Все, валик теперь бьем. Валик бьем. В кружке кто там? На связи? Да, меня унесли. Разбивайте эти.
Ты все равно не дамажил, похуй. Это, конечно, так. Так, танк. Это, сначала лужа, вышли с центра. 5 секунд осквернения. Потом, потом реснем. Реснет, короче, этот... Ровист... А, нет, не ровист. Уже реснул ровистову. А, да? Ну все, вставай. В это, в центр идем, в центр идем. Быстрее, быстрее, кличу. Давай. За спину. Кличу за спину, 3 вальки бьем. 10% еще до фазы. 3 вальки. Что там, лог, да? Вот, только 2, да, вот эти бьем. Надо. Только 2 бьем. Быстрее уешьте. Скоро осквернение будет. Осквернение 5 секунд. Право-лево разошлись. Лужу оставляем в глыбе примерно. И потом идем отправить в центр. Так, на варе лужа, не вижу, где вар. Вот. Далеко. Нет. Так, ой, да прохиливаем сейчас жнец. Встаем от ромбика к звезде будем лететь. Последняя волна валик, ее будем бить. 5 секунд валики. Все, на край идем. Валик не бьем. На край идем. 1%, просто лича бьем. Давай незыбку. Давай незыбку. Оскренения разошлись. Не, все, не кинулось нормально. На край заходим сейчас. Не сдохните там. На край готовимся прыгнуть. Все, сейвы. На хп дайте, треплёха дай на хп быстренько. Мидарк тоже зачитай. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Каскула по пристабавку на связи обновите. На связи в одну сторону иди. Следующий там твой. Да похуй. Следующий твой. Вот этого набираю игру. Ну блядь, где ты? И четвертый, последний твой будет. Сейчас, если у тебя повелитель рун смерти вкачан, дай 2 удара смерти по этому духу. У тебя будет 4 лпшки. Все, следующий вон он, дух твой. Выбирай игру. Захильтесь, захильтесь быстрее. 2 сферы, сука, летит в одно место. Сферы все сыграли. Вы, они вас выкинут с платформы, блять. Быстрее сыграйте. Зайдите на край. Лича на краю ждем. Подъебало не заходим. Челика готовимся захиливать. Вадикона захиливаем. Все, он там бьет. Лич вызывает духов и перебедаем. Вот уже вызывает, уже бежим на противоположную сторону. Уже бежим все. Хилы, РДД. Великий немножко отстают. Побейте босса сейчас. Через 7 секунд ускорения. Идем, идем. И прячемся. Оскорнение 2 секунды. Черепок, сука, отойдите от него, отойдите. Увидите черепок, нет? Все, жнец, готовимся захиливать, дал дубовую, захиливаем. Прячемся. Духи летят в жопу танков. Там 2 танка хлопают, все нормально. Давай немножко переведем. Че, геру дать? Да, давай. Идем потихоньку на ту сторону скринья, 3 секунды. Скринение черепка отошли. Он на Катрисе. К личу идем. Прячемся за спину лича. Захиливаем Лианочку. Духа там красного дамаж. Сбивается Кас чем там? Кого? Собака и кем? Оскорнение. Оскорнение, разбегайтесь. Черепок. И все, и за лечом идем. За лечом. Бежим, бежим, бежим. Так, не утайте, ладно, леча. У меня почему-то еще Волька несет. Я уже примерно с Гриндором улетел. Ты заскринь эту хуйню. Прикольно. Все, мы я уже... Я вам буду 30. Ну-ка, сейчас я включу. Здорову. Что, Войт? Доп ЕП. Даешь? Сперва тая, что закрыли. Сука, Валька забагала. Она вон. Еще несет меня. Давай. Кто нас вайпнул? Не знаю. Кого Валька несет? Скотина. Это каждый раз на смерть лича такие, да, эти?
Конечно. Это дефолт. Типа, ох, а как? А что делать? А все, покинул тело и все. Кто там на ИП заходите, кто там на замене был? Топ, а... Кто еще там на замене? Топ, Арарник сидел, он, Бенстик. Я сейчас могу так получить? Эвилаш. Я с самого ребра за вас переживал, не считаю. Это... Да, я смотрел стрим, сидел всю дорогу. Замена, плюс... Это кто? Ген, плюс они. Кто смотрел? Шатастик. Шатастик. Все пальцы сгрыз. Да, я переживал, как на футболе прям. Ну а что, мы без вайпов? Были ДЦ, он. Аж прям... Вау, а холи ДЦ плюс он. Примите пати, блять. Но они не принимают. Я не могу, я выкину десятки. О, 25. Ну, холи ДЦ, значит, точно накину. Все, все плюсанули на ИП, потому что сейчас накидывать буду. Открываем. Где труп этой скотины? Почему он его забирает, патва? Там же просили не лутать. О, я могу резнуться. Я в Вальку унесла, наконец-то принесла обратно. Какой топорик. Я вообще охуеваю, как успеваю танчить и за каждым еще смотреть, кто на ком что висит, кто что не так сделал. Блядь. Да, это самое легкое, блядь. Ставишь вуду и все видно. Ну я смотрю на его вуду, я же смотрю стрим, нихуя я не вижу там. Так а там показывается слева от него, там ДБМ показывает три цели, которые Валька хватает. Ну это все, конечно, блядь, видишь, глаза привыкают. Опыт, ну это, глаза надо тренировать. Так-то, конечно, первый раз человек приходит, глаза разбегаются, не понимаешь, что происходит, блядь. После того, когда я... Так, ну посох, получается, триплёха из гдыщ ролит. Триплёха из гдыщ. Триплёха выше. А посох там... Хуй знает. Гдыщ маг же. На фаера. Да, у того бича тоже там 245-е говно. Этот топор надо кому-то? А у Нэнха есть. У Нэнха вообще чётенький. Я хуй знает зачем триплюхи, посох на дух, на ШП. Да, почему нет? Скалерация от духа все равно тоже идет. Ему хотя бы это, ну, с двумя дырками на СПД, почему нет? Сколько там скалер? Сколок. Так, ну и чё, по сути, можно и ВК сгонять так-то. Портал тогда в Долоран. Пошли и ВК. Пошли и ВК. Надо все, чтобы вышли с инста, да, да? В портал, да, все, чтобы